Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я решил еще записать одно прохождение The Surviving Aftermath. В смысле, продолжение прохождения, потому что начало уже было на канале. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в верхнем правом углу появляется ссылка на начало. Наверное, стоит посмотреть с него. Да, я думаю, те, кто только сейчас присоединиться, тоже более-менее поймут, что с игрой. Игра в раннем доступе все еще. Периодически выходят обновления, но уже сейчас она выглядит довольно полной. Так, что тут у нас за иконка? Это то, что тут мы собираем? А, да, собираем. Или это то, что нету народа? Так, этот у нас лечится. Тут мы... А, я решил как раз со склада убрать, потому что нету места. Полностью заполнен. Хотя 87% написано. Можно что-то еще начать опять собирать. Медсестры исследуются. Ладно, давайте. Что у нас тут можно? Там далековато. Я бы дерево пособирал. Но я смотрю, что тут все далеко, довольно далеко. Там еда собирается. Так, а что это тут? Вот ребята бегают. Доски собирают. Вроде нету. Они сами уже решили туда сбегать, собрать доски. Вроде ж не было там зоны сбора. Так, тут у меня охотники за дичью охотятся. Да, листы готовы. Нижние лешики. Нижние лешики выживают всячески. А теперь вспомнить бы, что я хотел. Этот у нас на науку. По максимуму, а мы где-нибудь тут науку еще одну нашли. Вроде нет. Это вот другие поселения, но я с ними пока не могу торговать. Тут всего 7 осталось. Ну вот курточек я бы собрал. Курточки соберем. Так, этот у нас собирательство наука. Огневая мощь низкая. А тут есть, ну, маленькое собирать. Тогда этим мы просто исследуем территории и будем нападать на кого-нибудь, если они будут. Хотя этот я вроде... Да, этого я отправлял. А, этого надо возвращать домой. Тут у нас 39. Ну, давайте соберем 100 хитпоинтов. Давайте соберем комплектующие. О, собраны. Весь металл собран. 75. Ну давайте, наверное, надо все-таки продолжать собирать металл. Ну и где у нас ближайшее? Вот. А поближе нету? Поближе нету. Вообще, мне бы надо идти, конечно, по технологиям, чтобы вот эти все лужи радиоактивных загрязнений, ведь это работа с отходами. Но до работы с отходами, вот тут экологическая станция, нам надо еще электричество будет открыть, потому что экологическая станция только с электричеством работает. Память, ну вот можно ремонт. Ремонтная мастерская нужна, чтобы автоматически обеззараживать и ремонтировать все здания в зоне действия. Ну, я бы сначала лучше память открыл, уже через память в работу с отходами пошел, но до этого нам надо будет инвентарь открыть, чтобы увеличить вместимость склада. То есть сначала инвентарь, потом память, потом, наверное, энергию ветра, а не солнечную.
и потом работа с отходами. Вот приблизительно такой план у нас будет. Небо из синего становится ядовито зеленым. Так, высокий радиационный фон, который неизменно сопровождает радиоактивные осадки, опасен для колонистов и для построек, и для растений. Засевать поля в таких условиях нельзя. Но у меня еды нормально. Вот йодных таблеток, к сожалению, нету. Вот это проблема. Ну и как раз, а видите, я открываю сейчас медсестер. Так, что у нас с урожаем? 76%. Тут как раз сбор идет, отлично. Я вообще могу уже собрать картофель. Наверное, стоит собирать. Потому что иначе он погибнет просто. Давайте собирать. Так, медсестры. Следы, может, еще что-нибудь на... Вот курсы первой помощи, быстрее лечение. Давайте сначала все-таки курсы первой помощи, потому что у меня сейчас будет очень много больных, реально. Сюда пока, ведь, и не добавляем медсестер, но как только начнется радиоактивные осадки, надо будет, чтобы медсестры сидели. Транслирующий торговец, может, он таблетки привез? Ну, тут фигня. Ну, кстати, детали можно выменить на волокно. Это, кстати, давайте примем. Так, склад заполнен. Давайте пока не будем ничего собирать. Честно, что такая низкая эффективность моих полей? 64%, 51%. Может, мне надо было больше вот на плодородную почву выложить. Еще 3 кукурузы осталось. Картошечку соберут, я надеюсь. То есть, видите, это 100%, это не все собирается какими-то частями, похоже. Да, по 7 штук собирается. Надеюсь, я успею собрать весь урожай до начала катастрофы. Так, спецы. Этот собирает. Этот собранное несет. Тут у нас... Ну, мне пока нету смысла возвращаться, совсем, что... Месталь будет некуда класть, там склад переполнен. Тут можно пособирать еще. Так, стоп, мы тут собрали всю кукурузу. Да. Так, как бы мне его отключить? Давайте я просто уберу работника. Ну, то есть мне тут пока не надо засеивать. Оно не выживет. Так, картошки еще 14. Так, курсы первой помощи открыл. Поехали, теперь инвентарь. А логистика что дает? Плюс 2000 к вместимости крытого склада. Ну, крытый склад, по-моему, у меня... Да, всего 1%, так что... Нафиг надо. Так, 0 дней до катастрофы. Скоро начнется. Я даже картофель, походу, не успею собрать. Уже
Еще даже не начались радиоактивные осадки, уже у меня заражение есть. Ну давайте, наверное, медиков уже определим. Так, этот парень у нас не вылечился еще? Нет. Йодных таблеток нету, конечно. А, или уже пошла. Вот почему у них заражение? Так, ягоды собраны. Ну, там еще есть ягоды, окей, пускай собирает. Так, и у нас вместимость 25% увеличивается. У меня больше нету науки. Пошли радиационные осадки. Все, жопа. Пора вымыться, боится смерти. Я понимаю. Мне кажется, от меня тут часть умрет сейчас. Все-таки я не успею всех вылечить. Но пока двое. Пока двое. Так, убираем работника. А новые источники. Не, ну там пока еда собираю. Вообще еды у меня дофига, прямо скажем. Тут, ну давайте продолжу. Или может лучше, чтобы они не выходили никуда? Не знаю. Но я бы дерево пособирал. Так. Ну, уменьшается пока. То есть, это хорошо, что я медиков и скорость лечения, и вообще медиков открыл. Чтобы еще двое было. Спецы. Круточки собраны, сталь. Ладно, пошли дальше исследовать пока. Кажется, нет смысла возвращать. О, пистик, ну тут, конечно, больно будет. 33% шанс, что будет урон нанесен, но при этом, если он будет нанесен, то он будет серьезный. Вот тут тоже 33%, но урон небольшой. Видите, было 80, ну было 100, стало 8, то есть 20 урона. Этот парень тоже вернулся. Блин, колодец загрязнен. Но у меня пока 500 воды накоплено, так что можно жить. Обеззараживание проводим. Тут 44%, тут вообще 8. 100%. Пока не буду тут обеззараживание проводить. Не, должны, по идее, пережить это все дело. Мне кажется, переживем. Почему вот это вот на склад не относится? А, не относится. А давайте, может, тут дорогу тоже сделаем. Опять склад заполнен. Не, при 85%. Ведь он заполнен-то. 85% это еще нормально. Так. Ну-ка. 33%. Блин, больно. Хотя нет, 20 тоже, 20 урона. Но зато 7 ружей. Я вот только не очень понимаю, почему они у меня... У меня в деревне уже были ружья, но я не вижу, чтобы их народ использовал на самом деле. Тут у меня 6 охотничьих ружей, но они походу так и лежат. О. Очередь в палатку, уже 6 заболело. Может, это где-то. Так, давайте посмотрим. Вот это уже полностью здоров. Этого парня уже 9 заражены.
Ну вот это оружие лежит тут, я так понимаю. Так, этот у нас на науку тоже силен, но нету науки рядом. Надо искать. Ой, не в колонию. Найдем. Где, где, где еще один? Нормальный игровой процесс. Где у нас еще один лидер-то? Вот он. 59 пока здоровья. Да, заболевает народ, заболевает. Из 24 треть. Уже 10 уже. Скоро половина будет болеть. Тут дерево собрали. Давайте пока я постою. Он подъехал. Портошкалос с крыжным становится красный фургончик. Мужчина немедленно вылезает из него, залезает на крышу и громогласно объявляет. Дэн и его фургон загадок снова здесь. Заплатите. Так, расплатиться едой, расплатиться ресурсами. Давайте едой. У меня еды на самом деле дофига. В фургоне вам целое ничего привез. Очень. Я этого парня запомнил. Блин, там опасно. Тут собрано, но я продолжаю исследовать. О, наука. Правда, тут как раз чувак, который медленно науку собирает. Но, тем не менее, буду собирать. Мне надо... Ну, давайте соберем. Мне пока, правда, вот эти комплектующие некуда девать, но когда я открою... когда я открою энергию ветра, видите, тут нужно будет на ветряк и эти инструменты, и комплектующие. Все надо будет. Когда уже эти осадки закончатся, ё-моё. Я что, свечусь в темноте? Да? Да, вот так бывает. Просто, если кто-то умрет, у меня еще придется кладбище строить. Вот так, все, уже первая смерть. Ну, блин. Тридцать. Ну давайте, где мы его? Так, я хочу домик поставить, чтобы понять, где мне дорогу проводить. А, тут нельзя дорогу, да? Тогда давайте домик вот так. Блин, ну где мне тут могильник делать? Еще одна смерть. Я говорил, сейчас поумирает у меня здесь народ. Можно будет могильничек. Сейчас посмотрю, как дорога. Все, закончилось, слава богу. Дождь этот дебильный. Давайте могильник здесь поставим. Ну, сейчас оставшиеся вылечим. Ну, трое умерло, да? Да, минус три. К сожалению. Ну, еды достаточно. С этим специалистом. Кстати, вот на специалиста... На специалистов эти...
Дожди радиоактивные не действуют, походу. Еще двое умерло. Это минус 5, да? Так, эти огневая мощь, от этого можно направить бороться. А этот на укус убирает. И сразу можно начинать исследование. Значит, в начале большая кладовая нам не нужна. Там у нас некуда пока. Точнее, есть куда складывать. Давайте память сначала откроем. Потом электричество откроем. Вот тут нарисовано, что они грязные, но это, по идее, они должны в домах мыться. У нас открытый уже туалет, фаянсовый друг. То есть в лачуге теперь туалет как бы есть, по идее. Так, достраиваем могильничек. И начинаем туда трупы сносить. Опять колодец. Ну, в принципе, более-менее пережили. Еще один умер. За недоедание. Ну, мне нам надо, конечно, кухню открыть, чтобы они приготавливали. Но у меня только один остался. Странно, вообще, значка 2 радиационного загрязнения написано, что один. Нарисовано. Видите, тоже вот эти детали тоже будут нужны для ветряков. Надо собирать, конечно. Опять. Ну все, этого надо уже опять отправлять лечиться в нижние лешики. Последний больной. О! Лично группа выживших. Как раз мне надо пополнение. Да, всех принимаем. У меня умерло. Так, а что за лидер? Боец. Отлично. Это мужчина или женщина? Интересно. Так. Да, отправим. Странно, что-то как-то они особо не моются. Что, мне обратно в туалеты возвращать? Очень не хотелось бы, честно говоря. Так, опять загрязнение. Тут мы почистили. 40. Так, а почему минус пошел? У нас вроде сейчас не настолько много людей, чтобы в минус. Уходить. Так, возвращается домой. Собираем. Бьемся. Да, блин, что ж так? Какие-то серьезные тут ребята уже. Два раза с ними бились, все никак убить не можем. И тут сюда идем. Как 6 трупиков лежит. Ну ладно, верну туалеты, получается. То есть зря я их убирал. Но это странно.
И вода вернулась. Ну, плюс один всего. Надо. Блин, а вот негде, собственно, мне еще один. Так, а что со сбором еды? Вообще там закончилось, да? Ну вот тут есть еда, но тут, смотрите, тут какие-то кабаны бегают. Или они не будут нападать? А, иногда нападает на колонистов. Вот эти там жуки, которые есть, они точно нападают. Вот эти крысы-жуки. А кабан? Видимо, такое сумленное животное. Ладно. Да блин, я никак не могу. Где мое поселение? Не могу найти его. Давайте вернемся. Тут, например, еда. По-моему, я никого не вижу вроде. В плане, вряд ли тут меня будут как. Не, блин, вон эти крысы стояночка. Не-не-не-не-не. Слушайте, может лучше тогда поля делать? Уже забить на это, на этот сбор еды. Мне как-то не особо хочется там собирать. Но оно реально больно будет. Давайте, может, еще поле тогда. А, где у нас еда? Так, я бы хотел колодец посмотреть где-нибудь получше, еще поставить 50. Но, опять же, я не хочу туда колодцы прям фигачить, в ту сторону. 56. Ну, тут, вот тут еще можно. Ладно, давайте здесь. И на еду маленькое поле. Ну да, видите, я тут, наверное, поставил тут не совсем плодородные. Вот 75% более плодородные места. Давайте раз. И два. Там дальше будут еще открываться более большие поля. Стоп, а я там. А, я уже открыл памятник, во-первых. Давайте памятник забабахаем. Да, давайте здесь. Так, и дальше. Дальше исследуем, наконец-то, энергию. Так. Наука вся собрана. Дальше идем по кругу. О, надеюсь, тут таблеточки найдутся от заражения. Это надо будет занести сразу поселение, потому что это надо будет для ветряков. Ну что, добиваю я его, наконец, наконец-то. Ого, и сразу. Вот только эти наука будет, так что надо нападать сюда. Три туалета сделали. А вот всякие тут крысы ходят, мыши рядом ходят. Но эти вроде не нападают, я смотрю. Так, маленькое поле. Так, тут у меня кукуруза и картошка засеяна, да? Я буду картошкой засевать. Я теперь буду все засевать картошкой. Колонисты хотят попробовать новую ловушку. Сама ловушка выглядит вполне рабочей, но я отпускаю их. О, плюс 19 еды принесли, отлично. Так, туалеты построены. Клад опять заполнен. Мне надо строить кучу всего. Давайте, наверное, еще дома
пока у меня тут... Так, дом и... Интересно, а будет сюда вот подход? Ладно, я построю тут. А, нет, не строится, видите. Так, нету подхода. Тут строится не хотит. Тогда здесь строим. Так, что у нас еще можно построить? И что? Ну, дома я построил на будущее, склады. Ну, я не думаю, что мне нужно еще больше, еще один склад, чтобы прям забить его. Дом зверолова достаточно... Водосборник. Необходим рабочий для доставки воды из ближайшего... У меня далеко до пруда или озера, мне кажется, это мне только вот колодцы имеет смысл строить. Дом лесничего. Но у меня пока мало народу, чтобы прям лесничего туда. Это все у меня и так работает. Инструменты и портные мне не нужны, мне я и так со сбора их имею куча. Тут все это есть. Ну все. А больше ничего нет смысла строить. Сейчас памятник достроится. Это будет плюс, к счастью. Так. Специалист опять колодец загрязнен. Ну тут, видите, куча загрязнений. Просто негде было колодец по-другому поставить. И спецы поехали дальше. Сейчас почему так много... Да, этим возвращаемся. Почему так много каких-то этих... Борцунов, борцух. Ой, тут, кстати, наука будет. Тридцать две науки. Нормально, можно собирать. Энергия ветра. Ну вот главное вот начать это вот ядерные отходы убирать. Вот что у меня поставлено тут. Давайте, да, тоже картоплю. Вот тут я бы вот это поле, когда будет собрано, я бы убрал. Так, энергия ветра завершена. Давайте тогда дальше сразу работу с отходами. Тут надо будет эти два здания и экологическую станцию построить, и хранилище отходов. И строим ветрячок. 14. Ну, как раз вот на одну эту будет достаточно. И, кстати, по-моему, вообще без разницы, где ставить. То есть они просто... Давайте вот сюда. То есть, тут не надо даже какие-то линии электропередач проводить. Просто я вот его построю, у меня будет достаточно энергии. Пластик весь собран. А надо ли мне... Еще сейчас у меня как бы что пластик и что волокон немерено. Может, пока это дело приостановим? Недостаточно материалов, а чего не хватает? О, как раз деталей не хватает, которые у меня чувак несет уже. Я как раз работу с отходами к этому моменту открою, когда его принесут. Когда их принесут. Тут сколько науки? 604. Нормально. Короче, науки у меня сейчас будет немерено. У меня будет прям скачок. В исследованиях. Так, этот что, не вылечился? Нет. Как у нас тут с загрязнением?
Надо будет сначала вот тут, видимо, потому что тут у меня колодцы стоят, потом уже здесь. Но это загрязнение от могильника, это нет. Не от вот этих штук. В смысле, кто напал на колонию? Так, а что мне надо делать, чтобы защищать? Блин, они уже сразу здесь почему-то. Но у меня вообще как бы оружие есть. Ну, вообще, да, вон мы защищаем. А, это крысы? Ого, это крысы, ничего себе. Ну, пока вроде нормально идет. Да, оружие используется, но опять не все. Надеюсь, они этих крыс хоть потом в мясо возьмут. На крысбургеры. Какие-то арбалеты. Народ, откуда у тебя арбалет вообще? Все? Добили. Так, ну надо лечиться. Двое с травмами. Кстати, у меня медики тут сидели бессмысленно некоторое время. Этот возвращается. И этот... Не, ну надо уже собрать все таблетки. У этого, конечно, дофига всего. Это так хорошо принесет. Так, сейчас электричество, да, и как раз вот работа с отходами, да, открывается. И этот парень обратно на карту мира возвращается. У меня... Давайте, может, его... Он науку как раз может собирать. Я его, наверное, сюда отправлю. А этот дальше пойдет исследовать. Ну что, давай, доделывай. Работа с отходами завершена. Что-нибудь получше еще тут можно? Охрана. Сторожевой пост. В защите колонии от врагов, диких животных и бандитов. Ну, я бы открыл. Тут, видите, нападения происходят. Всякие. Потом и мощеную дорогу бы тоже открыл. Так что давайте сначала охрану. У меня много науки, можно немного. А, сейчас дождусь строительства электричества. Опять у нас... Он один заболел. Так, уже строится. Значит, можно... экологическую станцию. Делает жизнь безопаснее и приятнее, обеззараживая почву под свалками с отходами. Собранный опасный материал упаковывается в специальный контейнер и складируется в хранилищах отходов. Ну, давайте рядом, наверное, смоги. Хотя, вот это, блин, вообще, вот это плодородная почва. Я, может, зря здесь могильник поставил. Между прочим. Я бы, наверное, экологическую станцию где-то вот тут организовал. Так, экологическая станция. А могильник с отходами еще дальше. А где он, кстати? Вот, хранилище отходов. Все, уже поприятнее. Так, когда тут кукурузу соберут?
А почему тут такое у нас загрязнение, интересно? Обеззараживание сделаем. Так, спецы готовы к работе. Собираем. Этого в науку отправляем, этого на исследование. Да, блин, эти сплошные плохие ребята. Все, пошло электричество. Так, 14. А тут как раз будет 13. Это потреблять. То есть мне пока электричества достаточно. И начнем избавляться от отходов. Так, кстати, мне не хватает бетона. Давай-ка его начнем собирать. Где у нас тут есть поближе? Этот самый близкий. Ну давайте вот тут кучу побольше просто. Экологическая станция завершена. Так, рабочую зону. Начинаем вот тут поближе к домам. И тут небольшие их. Вот с них и начнем. Что произошло? Травма. Блин, вот тут видите, вот они нападают уже. Ну тут хоть на помощь пришли. Лечиться, все лечиться. Экологическая станция. Это напали. Специалисты используем. Ой, не туда. Наука. Наука. Тут, кстати, тоже наука будет. Нападаем. Наук. Ладно, слушайте, давайте этим мы уже домой пойдем. Надо, он уже столько ресурсов несет. Я бы уже хотел ими воспользоваться, особенно лекарствами. Охрану открыли. Теперь давайте дорожные работы. А сгибание металла что делает? Комбинат, пилорама, минус стоимости, надежный склад. Должны не стихии, а не воры. Ну, кстати, вместимость 8000. А образование школу делает. Давайте сначала дорожные работы. Так, теперь хотя бы... Два сторожевых поста, наверное, имеет смысл. Хотя один тут, а другой тут. Ну, как раз рядом со складами. Так, это построено, да? Хранилище отходов будут туда носить. Да, куча, конечно, у меня отходов. Вот это самое неприятное. Вот фиг ли он тут радиационный где-то там тусит, вместо того, чтобы пойти лечиться. Или это может... Просто иконка забаговала. Ладно, давайте я, наверное, уберу пока медиков. Что у меня тут нету надписи, что какие-то болеют ребята. Дорожные работы открыли. М-м-м.
Ветряк прочности. Я бы открыл прочности, честно говоря. Просто чтобы он лучше работал и не ломался. Так, что у нас тут с кукурузой? Сейчас соберут, надо перенести будет это поле. Потому что 75%, то есть я не промазал с размещением. Так, теперь мы более крутую дорогу можем строить. Надо понаблюдать, где они ходят. Ну вот тут, например, ходят. Тут ходят. По-моему, слава богу, на эту мощеную дорогу ничего не тратится. Просто заменяется другим. Никаких ресурсов на это не используется. Ну, этот просто быстрее науку собирает, чем этот, поэтому я его отправил. Бетон. Тоже неплохо. Ладно, последнюю уже часть соберем. Так уж и быть. Так, и у меня тут вроде лечился один. Ага, можно на карту мира отправлять. Так, у меня еда подзаканчивается вообще-то. Наука и собирательство высокие. И тут их 4 штуки всего. 7, 26... Давайте сюда пойду, дособираю лекарства, потом дальше буду исследовать, наверное. Ну, вообще он как бы выглядит вон больным. Давайте одну медсестру, может, отправим все-таки. О, пошли уже отходы собираться. Вот, тут уже уменьшается загрязнение. Наверное, тут стоит тоже поставить группу выживших прибыла. Но у меня как-то еда уменьшается. Но я, тем не менее, все равно принимаю их. Двое колонистов обернулись против нас. Чё, охренел? Так, а этот? В смысле, для отправки на карту мира постройте ворота. А это что? Чё-то иногда подглючивает, да? Одно поселение. Но это мне надо исследовать торговые посты, чтобы с ними как-то взаимодействовать. Пока ничего не делаем. Так, я кучу всего принес в поселение. Не знаю, что. Такое ощущение, что на кого-то нападает, с кем-то стреляется, но что-то я тут не вижу. Так. Убрали. Поле и новое. 54. 75. Так, размещаем. Ну, больше 75 тут я вообще невозможно, я так понимаю. Это из-за... ну, как-то у меня еда уменьшается. Ладно, надо отправить все-таки собирать еду, видимо.
Потому что как-то есть проблемка с едой. Так, пластик мне не нужен. Бетон, дерево вроде собирается. Науки у меня уже 1500. Бетон. Я бы с деревом найти, а бетон на моей территории и так есть. А мне будет что-то, где дерево. Ну, бензик это для машин. Так, как у нас тут? А почему тут урожай красным цветом? Это уже пора собирать. Надеюсь, что здесь, как я вот уберу вот эти все загрязнения, этот колодец перестанет заражаться периодически. Один эффективность, 56. Ты, конечно, самый крутой колодец у меня, 86%. Блин, у меня 20 еды осталось. Слушайте, а что с на еду вообще? Я, кстати, перестал исследовать. Что у нас на еду? Что может быть? Выделка кож? Нафиг надо? Ну вот, общественное питание, кухня делается и кухонный конверт. Наиболее качественный, да, наверное, надо тут начать исследовать. Рыбоводство, но мне негде, у меня нету озер рядом. Вот фермерство, да, видите, среднее поле и большое поле открываются. Еще и качественные косы, то есть быстрее. Мне вот это надо открывать. А дальше еще и теплицу с утеплением. Да, но теплица будет требовать энергию. То есть мне надо будет еще одну эту построить. Ладно. Я все понял. Блин, туалеты загажены. Ну, кстати, удобнее стало, что видно, когда вот такое свечение от чего-либо, то надо чистить здание. Наконец-то этого на карту мира могу отправить. Так, тут давайте собирать лекарства. Тут мы нападаем. Не собирая машины, просто чтобы их нужно автомастерскую такую построить в селении. И тогда имеет смысл. Хотя их можно взять и просто на них ездить, но я не ощутил, что это быстрее, чем просто пешком ходить. Так. А там лишние действия, чтобы зайти в машину, выйти из машины. Че, нафиг надо. Так, этот у нас собирательство высокое. Ну, да, давайте вверх отправимся. А у этого все среднее такое. Давайте, может, дособираем, вот просто не маячило всякую мелочь по карте. О, повзрослел. Еда собирается, бетон собирается, жесть делается, пластик мне не нужен. Так, бетон весь собран.
Да, дальше. Ну, тут, ну, правда, маленькая кучка. Блин, мало еды. Ну, тут как бы картошка вроде как собирается уже. Ну, с едой реально у меня тут проблемы имеются. Так, большая кладовая. Я дальше пытаюсь в еду ломануть. Давайте общественное питание. А что кухонный конвейер делает? Плюс ячейка раб. Не думаю, что мне прям плюс ячейка нужна будет, потому что у меня, видите, уже свободных только трое человек осталось на данный момент. О, вот эти антирадиационные таблетки. Благодаря им быстрее от радиации вылечиваются. Наконец-то нашел. Так, блин, чуваки все какие-то сильные стали. Недоедающие. Собираем, собираемся. Тут новые растения, там картошку. Вот сейчас у меня только картошка или кукуруза. Но это все можно будет покупать, например. Новые семена, чтобы выращивать. Тут уже одно загрязнение собрано. Ну тут видите, хранилище отходов тоже имеет вместимость, к сожалению. Да, этот заводик и могильник, и заводик производят загрязнение. Так, продолжаю остатки всякие собирать. Сюда не идем. Так, этот с лекарствами возвращается. Этот дособирает лекарства, потом пойду таблетки собирать и буду возвращаться. О! Отлично, эти детали. Мне их мало. 50 бетона. Не, я пойду дальше исследовать. Тут у меня есть, он просто хреновый собиратель, прямо скажем. Ягоды все собраны. Нет, еще есть. Так, собрали с одного. Оля, картошка более-менее вернула. Сейчас вот еще тут будет сбор. Так, что за небольшая группа? Группа братяк медленно приближается к вашим воротам. Их одежда покрыта грязью и запекшейся кровью. Банда разбойников напала на наш караван, и мы еле успели убежать. Ну, я бы их впустил. Выжившие явно уделены вашим великодушием. Еще долго не могу сказать ничего связанного. Все время повторяю спасибо, спасибо. Ну, они раненые все. Я бы, кстати, добавил врача сразу, чтобы они все вылечились побыстрее. Так, общественное питание открыто. Давайте, значит, сразу кухню поставлю. Так, и исследоваться фермерство.
Хоть картошку будут, пюрешку будем делать, наконец-то, а не просто сыромятку ее хавать. Причем у меня и охотники есть, то есть будет пюрешка со стейком. Няма. Так. Лекарства дособираю. Потом пойду антибиотики эти собирать. А, блин, я еще не всех спецов. Чуть я двумя походил и все такое. Типа, ну, мне нормально. Так, я лекарства хочу принести. Да, блин. Все вокруг в этих... В бандитах. О. Уже одно... Так, давайте глянем, где у нас... О, тут какая-то... Это, наверное, только что очищенная, поэтому ее тут не видно пока. Так, вот этот обеззаразить надо. И начнем, наверное, вот эту огромную кучу убирать. Эти немножко подальше все-таки находятся, а эти близко, тут народ бегает. И сколько вот эти две кучи у меня тут заняли? Ну, пока, да, нормальное место. Так, кухня. Ага, не хватает. Блин, тут дрова нужны. А у меня, по-моему, даже не открыто еще производство дров. А это надо еще выращивать... Не, лесоповал. Не, лесоповал. Стоп. Лесоповал — это доски. Вот лесозаготовочный лагерь мне нужен. Блин. А лесозаготовочный лагерь — это мне надо его будет отправлять далеко, деревья рубить. Ладно, что поделать. Блин, уже поля. Вот как вот это поле заразилось, я не пойму. Так. Рабочую зону где-нибудь подальше. Ну вот, 52 бревна. Новые источники. Так, тут бетон. Нет, это еда я собирал, да? Блин, ну уже далеко, далеко. Блин, так неохота... Народ далеко отправлять, там им наваляют. Ладно, давайте не будем уже все-таки еду собирать. Так, а здесь у нас... Ну, давайте вот эти доски пособираем. Кабаны могут нападать, а могут не нападать. Дальше. Давайте тут с бандитами разбираться. Нет, слушайте, я обманул. Вот. Вот эти от заражения. Йодные таблетки там что-то называются. То антибиотики, действительно, они, по-моему, не от заражения, они от инфекции всяких. Да-да-да. Я вспомнил. Ну вот, видите,
Кабаны и завалили одного мне. И сейчас второго завалят. О чем и речь, блин. Так, ладно. Давайте вот тут что. Блин, у меня дерева нету, кстати. Мне надо просто лесопилку построить. Между прочим, вот озеро. Тут можно, наверное, и рыбака все-таки сделать. У меня уже работников мало. Придется это как-то варьировать. Так, давайте мы перестанем собирать. Я перемещу рабочую зону на будущее. Если я кого-нибудь отправлю. Где, кстати, нам еще... Жесть. А нету. Во, прикол. Пластик хотя бы вот тут есть. А жесть вся выбрана получается. Хм. Так, ну мне нужен лесоповал. В любом случае. Так, мощёные дороги тут проведены. Везде ли они у меня проведены? Может, еще и к этим... к полям довести. Так, и я хочу рыболовную хижину рыбака. По-моему, мне не обязательно на озере ставить, это просто, опять же, рабочую зону обозначить там. А, нет. Слушайте, надо на озере все-таки. Подождите, а как? Нужно разместить на берегу. То есть это у нас что, берегом не считается? А, вот тут этот забор фиговый. Вот этот забор, да, обозначает границы. Да, все-таки здесь я, видимо, без рыбы в этой игре обойдусь. Хотя вот тут, видите, вот тут можно строить будет. Но это далеко, это тут уже нападают, то есть вот сейчас я там не могу поставить, ладно. Без рыбы. А где у нас охотник? Так, ну тут ребята работают. Метеоритный дождь начинается. Да хватит сюда бегать и умирать, блин. Сейчас еще будут сюда приходить за трупами, я так понимаю. И еще подохнут. Чего лесоповалу не хватает? Как раз досок не хватает. Нормально. Да, блин, ну вы придурки, ну... А можно трупы не собирать сюда приходить? Тебя сейчас будут приходить сюда умирать, чтобы труп собрать. Это бред. Да, приму предложение. Не буду по-настоящему интересное спрашивать, он еще обидеться может. Лесоповал... Так,
Мне, кстати, еще и, собственно, лесопилку надо. А, подожди, так я лесоповал строю сначала. А лесозаготовочный я потом решил. Не, подожди, лесозаготовочный у меня уже есть. Да, он уже делается. Да вы прикалываетесь. Сука, вы будете сюда ходить умирать. Там, короче, на нашего чувака напали дикие животные. Он сдох. Пойдемте заберем его труп, чтобы тоже сдохнуть. Прекрасный план. Ну куда ты приперся? Ну серьезно, ну я даже убрал всю область тут. Ну что это? Что это за суицидники? Вы прикалываетесь? Ну? Не, ну тут есть, конечно, странные моменты. Вот это... Хождение... Я же убрал оттуда область. Я даже проверю. Я убрал область. То есть и мне тут смысла туда ходить, кроме как за трупами. Да, область тут стоит, а тут я туда перебросил. Все. Зачем они туда ходят умирать? Еще один сходил. Ну, это бред. Я не знаю, как бы, как с этим бороться, честно говоря. И, походу, на этом можно прохождение заканчивать, потому что у меня просто пошло... Ладно, первых двух я отправил сам. Каюсь. Но остальные семь, почему пошли туда, сдохли, это, конечно... Просто бред. Ну что, посмотрим, как вся колония сходит радостно. Погибнет. Хотя больше не боюсь, что у меня нету больше носильщиков. Может, это как-то где-то регулируется в их... Колонисты. Ресурсы. Нет, это... Потребление, недоедание. 8 колоний. То есть 2 из-за меня погибли, а 6, потому что сходили трупы. Собрали. Я не вижу, как тут можно регулировать. Так, это меню, это цивилопедия, радио. Не знаю, можно в могильнике отметить, чтобы не собирали? Да, наверное, надо было убрать работника в могильнике, чтобы он не ходил трупы собирать. А можно это как-то вот тут вот так сделать, чтобы сюда не приходил больше никто пока на работу? Ну, это бред, конечно. Тупой. Все, метеоритный дождь поехал. Так, дерется. Так, этим надо возвращаться. Уже, видите, здоровья немного. Я не буду тут дальше собирать пока эти... Надо будет принести. Так, ну метеоритный дождь, он скорее просто будет ломать строение. Это не совсем уж страшно. Ну вот, видите. Здание давайте ремонтировать. Ну класс.
Ну, блин. То есть, ровно посередине полей надо было попасть метеорит. Еще, и прям туда. Вы слышали такое-то, да, что дважды в одну воронку снаряд не попадает, а вот метеорит два раза в одно и то же место без проблем вообще в колодец. Это называется, знаете, как программисты посидели и написали скрипт. Давайте он будет попадать, у нас будут попадать метеориты именно в то, что важнее всего для выживания колонии. Вот такое мы сделаем, чтобы прям вообще было по хардкору. Ну, я думаю, что на этой радостной ноте можно завязывать прохождение. Меня, честно говоря, вот тут вот это расстроило, вот эта вот фигня. Если это еще можно как-то починить, все сделать, то вот это, мягко говоря... Ну, пока сыроватая игра. Надо все-таки ждать релиза. Нету ощущения тут кое-каких доделанностей. Вот есть много вопросов. Вот это мне не нравится, что это вот это постоянно скаутами писали в комментариях, а что вот это осталось, да, как видите, осталось вот этими скаутами носиться шо-дурному. В общем, на этом все. Спасибо, что смотрели. Не хочу продолжать, честно говоря. Давайте уже релиза дождемся. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!